Семен, здравствуйте. Привет. Мы узнали, что вы приехали в свою родную деревню Долбилово излечить жителей. Да, от нее ничего не осталось, оказывается. Ее все раздолбили. Всему деревню раздолбили. Так что теперь приходится ходить по полуразрушенным домам. Вот так вот. И наслаждаться чаем. Спасибо за внимание. Всем пока. Я еду к вам. Счастливо.